сердце замирает, вдоль по речке песня поплывет за месяцы, и как росиночки все кнопочки засветятся. Кнопочки, кнопочки, хорошо играйте, расскажите, кнопочки, что о милом знаете. Слышат песню белые березы, и, наверно, слышат даже звезды. Рядом с баянистом села не напрасная, с песней любовь приходит первая и ясная. Кнопочки, кнопочки, черные да белые, и за вас влюбилась я. Снова в речке солька зареет, с баянистом ночка веселее. Под баян у нас поют, грустят, влюбляются. Русские свадьбы без баяна не играются. Кнопочки, кнопочки, слушать не устану я. Вся Россия любит вас. Кнопочки баянные, кнопочки, кнопочки, слушать не устану я. Вся Россия любит вас. Кнопочки баянные. Маннинова Ольга Викторовна, рыбалка. Выражаем искреннюю благодарность за большой вклад в искусство и развитие культуры среди детей и молодежи. Также благодарностью отмечена у нас уважаемая Анастасия Олеговна. Прошу сюда, Димыкина. Приглашаем сюда Елену Анатольевну Думачеву. Уважаемая Елена Анатольевна, тоже выражаем искреннюю благодарность за кропотливую работу с юными талантами. Всей души желаем здоровья, творческих успехов и достижений. Лариса Павловна Дубровина. Культурное подразделение имени Балакиева. Любовь Александровна Журавлева, преподаватель Центра искусств казачьей культуры. Валентина Леонидовна Каплиева, преподаватель Центра искусств имени Танеева. И Ирина Адамовна Чеплыгина, преподаватель Центра искусств имени Дунаевского.